Власти Египта и России призывают дождаться официальных результатов расследования причин катастрофы самолета над Синайским полуостровом, прежде чем делать выводы о причинах трагедии. В Москве заявили, что пока не намерены приостанавливать полеты над Синаем, хотя и потребовали от авиакомпаний и аэропортов усилить меры безопасности. Днем ранее источники в американской и британской разведках сообщили, что вероятность взрыва бомбы на борту российского лайнера кажется им все более вероятной. Хотя собеседники информагентств не сообщили никакой дополнительной информации, а лишь делились своими соображениями, власти нескольких европейских стран заявили о приостановке полетов над Синаем. Мы не можем быть до конца уверены, но пока все выглядит так, что на борт самолета была заложена бомба. ИГИЛ заявила о своей ответственности. У нас нет подтверждения этого, но мы должны принять меры предосторожности, учитывая, что многие британские граждане находятся в Шарм-эль-Шейхе. Тема была продолжена в четверг на переговорах в Лондоне британского премьера Кэмерона и президента Египта Ассиси. Последний прилетел в британскую столицу заранее запланированным визитом и пытался убедить британцев не делать поспешных выводов. Если факт теракта на борту российского аэробуса подтвердится, то отрасль Египта неминуемо столкнется с серьезным падением доходов.